Блин, отзывай меня этот Павел, и мы будем опять проходить эту иглу. Да, это вторая серия прохождения Half-Life Blue Shift. Blue Shift. Смешно как-то. А теперь, скажите мне, пожалуйста, что мне делать? А, точно! Теперь все просто. Опять по говну. Тот толстяк. Угу. Типа, а, они всех убивают, потому что они свидетели того, что случилось. Сбор военнопленных. Туда не спуститься, значит, наверх. Вот это пулемет! Где я? Да. Понятно. Что-то какое-то говно. О, это пистолет вообще бешеный. Вы так не пугаете? Это тараканы. Ты-то я испугался. Музыка такая. Что мне надо здесь делать? Ну блин, всегда нет патронов. Видите? Вот. Это жуки его.
Здесь лестница. Это типа мы сейчас упадем. Жук путешественник. Здесь только жуков, когда ты наступаешь. Это типа лед. И какая-то скользкая хрень. Как? Тихо, не надо так трещать. Да? Нет. Да, здесь электричество здесь. О! Ж ты шмаль, тварь! Угу. У меня патроны на... Ты, блин, тварь! Почему они так крезко прыгают? Первая помощь. First help. Чем делать? Пойдете там, где электричество. Вот теперь сохранимся. Ну ладно, я попрощаюсь, народ. С вами был Ротор. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем пока.